преддверии крещения тюменские моржи устроили флешмоб на самом большом катке города «Звездный полюс». Акция проходит в эти минуты возле ТФЦ «Ситимолл». 15 моржей, члены центра закаливания «Акваэспорт» там находятся. Также там находится наш корреспондент Анастасия Нахрачева. Настя, доброго. Итак, сегодня в такой мороз есть еще кто-нибудь помимо моржей на льду? Из-за мороза и то, что обеденное время на катке практически нет посетителей, зато нашим моржам не страшен никакой холод и мороз. Для них, как они говорят, наоборот, это самая оптимальная температура. Но перед катанием они устроили массовое обливание. Я хочу сказать, что это просто невероятное зрелище. И начинаешь еще больше замерзать от этого. Кстати, приняли участие в акции не только взрослые. Здесь была девочка, которая каталась в одном купальнике. Это просто невероятно. Ну вот Рома Явныч, мой коллега, с нами сейчас рядом. Ром, скажи, пожалуйста, вот как ощущение? Я стою в синтепоновых штанах, мне холодно. На самом деле тепло. Мы сейчас облились, очень здорово. Есть очень хорошая поговорка. К холоду невозможно привыкнуть, его можно научиться терпеть. Вот мы, собственно говоря, и научились уже это делать благодаря регулярным занятиям в зимнем плавании. Поэтому ощущения, конечно, непривычные, но, блин, это здорово. Здорово. Скажи, пожалуйста, все-таки цель такой акции? Цель такой акции — показать людям, что обливание и в целом зимнее плавание, ну, это не так страшно, как кажется. Потому что очень многие люди смотрят, я обливаюсь очень постоянно, регулярно, утром, вечером, смотрят, как ты это делаешь, это холодно, это не холодно, это здорово. И это, в принципе, знают все, кто хотя бы раз окунался в прорубь на крещении, люди, знакомые ощущения, да, ты вылезаешь, все, ах, такой жар, прилив сил, здоровья, энергии. Так что это примерно, ну, жалкое подобие, конечно, но это тоже здорово. А на коньках вообще супер. Спасибо тебе огромное, Ром. Удачи. Ну, а я добавлю, что каток уже посетило за месяц более 20 тысяч человек. Уже успели его оценить не только тюменцы, но и игроки хоккейного клуба «Рубин», а также известный биатлонист Евгений Гараничев. Так что, кто еще не катался здесь, приезжайте. Площадь катка 4000 квадратных метров, так что есть где разгуляться. Лена? Ну, Настя, если я приеду, то только в таких же пуховых штанах, как у тебя. Все-таки зима.